Сегодня я выходной, и мне на замену защитного стекла девушка принесла iPhone 7 Plus и вышла перекурить. Я сразу же понял, в чем проблема, и снял экранный модуль с ее телефона. Далее специальным ножиком по стеклам я аккуратно снимаю старое защитное стекло. И в подарок клиенту я изменю ее телефон целиком и полностью, от чего она будет максимально довольна. Стекло идеальное, и замена матрицы нам не понадобится. Пока я разбирал стекло, девушке кто-то написал сообщение. Я быстро прочитал его и приступил к чистке стекла. В этот раз я сделаю телефон черный. Для этого я опрыскиваю экран специальной жидкостью для наилучшей наклейки и выравниваю стекла. И жду 4,5 часа, пока жидкость устоится. Далее я аккуратными профессиональными движениями устанавливаю стекло на свое место и выравниваю. После этого включаю ультрафиолетовый фен, и у нас на глазах стекло садится как с завода. Далее устанавливаю заднее стекло и быстро сделаю краш-тест, пока девушка-клиент не вернулась.